Здравствуйте. Коммунальные платежи могут вырасти на 15%, сообщает российская газета. Минстрой внес предложение в законопроект об отходах производства и потребления. Суть предложения – включить плату за переработку мусора в платежки. По расчетам специалистов, если предложения министерства пройдут второе чтение, общий рост услуг ЖКХ в среднем по России может составить от 10 до 15%. процентов. Пока в коммуналку входит только плата за вывоз мусора, ее, как правило, включают в строку о содержании и ремонте жилого помещения. За переработку и размещение на полигонах платят лишь в некоторых регионах. Как поясняет в Минстрое, расходы на обращение с отходами потребления будут переведены в коммунальную услугу, то есть она станет общеобязательной. Билеты до Москвы на первый рейс бюджетного перевозчика «Победа» пермики раскупили за одну ночь. Информация о наличии билетов есть на официальном сайте Лоукостера. Продажи билетов на первый полет авиакомпании с Перми в Москву и обратно, который назначен на 4 декабря, начались 11 ноября. Уже утром 12 числа, по данным сайта, ни одного свободного билета на 4 декабря не осталось. Пока в продаже есть авиабилеты по направлению Пермь-Москва с 11 по 14 декабря. Стоимость перелета в одну сторону со всеми сборами составляет 1390. При этом, если не отключить опцию «Багаж», цена будет еще выше. При покупке билета до Москвы пермики будут прибывать в аэропорт Внуково. Напомню, «Победа», созданная аэрофлотом вместо «Добролета», планирует осуществлять полеты из Москвы в 8 городов России. Пермь, Волгоград, Самара, Екатеринбург, Казань, Белгород, Тюмень и Сургут. Крупнейшие производители электроники не стали повышать закупочные цены на смартфоны и планшеты, несмотря на рост курса евро и доллара. Представители российских розничных сетей рассказали, что это осознанный риск ради сохранения доли на российском рынке. Компании не хотят повышать цены перед Новым годом и Рождеством, когда люди активно покупают бытовую технику и электронику. Еще одна версия заморозки цен состоит в том, что производители не хотят повышать ценник из-за того, что 2014 год был не слишком удачным с точки зрения продаж. Однако некоторые представители различных сетей ожидают, что цены рано или поздно поднимутся. Их спокойно могут пересмотреть и через неделю, и в январе 2015 года. Самая низкая зарплата в Перми у сотрудников гостиниц и ресторанов. Согласно данным Пермстата, средний заработок у ресторанов и гостиничных работников составил 14 780 рублей. Немногим больше у работников сельского хозяйства – 14 905 рублей. При этом номинальная среднемесячная заработная плата за сентябрь 2014 года в Пермском крае составила 26 275 рублей. Самый высокий уровень оплаты труда отмечен у работников в сфере добычи полезных ископаемых и сотрудников, осуществляющих финансовую деятельность. Напомню, что минимальный размер оплаты труда составляет на сегодня 5554 рубля. Официальный курс доллара, согласно данным Центробанка, на 13 ноября составляет 46 рублей 33 копейки, рост на 38 копеек, курс евро 57 рублей 85 копеек. На этом у меня все. Удачи в делах!